Работа найдется для всех. Сегодня Югра присоединилась к федеральной ярмарке трудоустройства. Площадки открылись по всей России. В Югре центрами притяжения стали Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Нягань. Более 200 работодателей пришли, чтобы найти себе квалифицированных сотрудников. В общей сложности югорчан ждет более 1000 вакансий. Например, новые лица ждут на крупных промышленных предприятиях, в госорганах и силовых структурах. Если квалификации не хватает, то на помощь приходят учебные заведения округа. К слову, направление на улучшение навыков можно получить и от окружного центра занятости. Отмечу, что в Югре в первом этапе ярмарки трудоустройства участвовало 1600 человек, 300 из них получили новую работу. Надеемся, что и сегодня, как по результатам регионального этапа, достаточно много людей найдут работу своей мечты, изменят свою карьерную траекторию. И мы очень верим, что эти ярмарки очень полезны и важны людям. Потому что есть возможность поговорить с экспертами, с образовательными организациями, непосредственно с представителями работодателей, поговорить, как можно посмотреть на свою работу по-другому. Еще одна цифра, что по итогам федерального этапа в целом в Российской Федерации по первому этапу региональному нашли работу почти 50 тысяч человек по всей стране.